делать. Она отражает историю свиярства. Она, знаете, что это вообще, вот эти каждая штучка? Это изразцы, которыми в старину украшали состоятельные люди свои печи. Ну, не очень состоятельные, вот так, не были печи. Совсем у небогатых, совсем у бедных беленькие, да? А еще очень у них все черные. Ну вот, смотрите, я вот видела в музее, например, Боротынского, чтобы вот только одинаковые везде были, а кто-то, видимо, вот так украшал. Вот один ряд надо собрать, тематика военно-государственная, второй ряд надо собрать орнаменты. Маленькие, мы говорим, листочки, цветочки. А здесь зооморфы. А здесь нет, здесь декоративные животные, птицы, вот гумаюн птицы вещи, ну это вы знаете, кто это. Главный орел, это говорят сирены. А здесь охота. Вот мы безбожно это путаем. Чтобы детки... потом детки ломали свои мозги. Класс. Слушайте, очень здорово. Замечательно, взрослым нравится. И вообще я сам бы с удовольствием. И эта игра ежегодно, вот ваше счастье, что игра здесь. Ежегодно эту игру на лето увозят в областные центры. То есть...